Привет, друзья, еще всем разочек. Опять чемпионат Европы, квалификация Евро-2024. На этот раз подумал и собрал такой экспресс, небольшой экспресс с коэффициентом 6,8. Это сборный чемпионат Европы, три матча, все состоятся сегодня, 20 числа в 21:45. Но сейчас вам просто озвучу свои мысли. Первое. Болгария-Сербия. То, что будет забит гол в обоих таймах за коэффициент 1,75. Второе. Эстония-Бельгия. Тотал больше 3,5 в матче за коэффициент 2,56. Третье. Шотландия-Грузия. Тотал больше 2 в матче за коэффициент 1,5. Итого общий коэффициент 6,8. Конечно же, я не заставляю вас сразу ставить это все экспрессом. Но если хотите, можете поставить экспрессом. Или даже можно взять это все одинарами. Одинарами тоже хорошие коэффициенты получаются. Ну а я бабахну в такой экспрессе. Как вы думаете, зайдет, не зайдет? Свои мысли пишите, друзья, в комментариях. Всего доброго. Пока.